Gece. Enişte. Bay Mario. Спасибо, маленький братец. Когда тебе понадобится моя помощь, приходи ко мне. А где тебя найти? Я живу далеко, в джунглях, за старым городом, у горбатой горы, где шумит зеленый бамбук. Я живу там, где растет дикая слива, и шесть медвежат кричат «Оу!» и валятся на спину. А когда с дерева падает лист, тигры сбегаются посмотреть на это зрелище. Золотую монету.
повод. У южного Радзи жена умеет превращаться в птицу. А у меня ничего нет. Монет. О, великий Раджа, у меня нет таких денег. Если к восходу солнца ты не принесешь 10 золотых, то можешь проститься со своей головой. Я ищу золотую антилопу.
жата. Дикая слива. Тигры. Не трогайте его. Это мой друг. Как я рад, что нашел тебя. Что случилось, маленький братец? Раджа отрубит мне голову, если к восходу солнца я не принесу ему 10 золотых монет. Возьми их. Спасибо. Погоди. Возьми этот бамбук, сделай из него дудочку. И если я буду тебе нужна, подуди в нее 3 раза, и я появлюсь. Раджа, вот то, что ты велел принести. У него волшебная дудка. Если в нее подудить 3 раза, появится антилопа. Чего ты хочешь от меня? Золото! Отпусти мальчика. Я дам тебе золото. Сколько тебе нужно золота? Много. А если его будет слишком много? Золото может быть слишком много. Хорошо. Но помни, если ты остановишь меня и скажешь «довольно», все твое золото превратится в черепа.